Всем привет, я Гела, и сегодня у меня очень интересная идея. Она, конечно, не новая, я просто сама не шила фартуки, решила попробовать и решила, знаете как, буду шить в технике крейзи. И даже, я не знаю, ну, начну в крейзи, а дальше у меня уже просто как душе угодно, как лягут лоскуты, и так я и заполняла все вот это полотно. Вот, в общем, начну сначала. Вот этот атласик у меня где-то 75 на 83, где-то вот так вот, такого размера. Вот. И я прогладила посередине, это чисто, чтобы наметить себе центр примерно так, да. И теперь буду заполнять вот это полотно, этот атласик, начиная вот с самых миленьких лоскуточков, с обрезков, в технике крейзи. Девочки, те, кто не знает, что это такое, кто впервые зашел на канал, у меня очень много видео, ну, там, какое-нибудь там, ну, чтобы вы понимали, что такое крейзи квилт, я ссылку оставлю в описании, пройдите, посмотрите. При желании на канале вы найдете у меня сотни-сотни видео, и в том числе в этой технике, но хочу сказать сразу, вот этот фартучек таким образом можно шить, и там из классический пэтчворк использовать, да, и пиццу нашу любимую, девчонки, ой, ну прелесть просто. Ну, а я сегодня вот таким вот образом начала. Вот видите, положили в центр лоскут и обшиваем его там хоть по часовой, хоть против часовой стрелки лоскутами ткани. Я абсолютно здесь не придерживалась никаких там правил чего-то, и мои подписчики уже знают, что ткани я использую не покупные для пэтчворка там специальные, а видите, у меня вот платок шейный, там рубашка мужская, брюки, простыни старые, шторы, там все, что найдете дома, все можно использовать в дело. Вот этот атласик, кстати, вы спрашиваете меня, ну, видимо, вот те, кто недавно, спрашивают, что это за атлас, у вас везде красный атлас. Вот я говорю, единственное покупное, это красный атлас, это еще от работы осталось, когда свадебным декором я занималась, у меня целый рулон остался красного атласа, вот этого, который, ну куда его, это тоненький атласик, его никуда не используешь так вот особо, и я его на подклады использую, мне прям очень нравится, и вот сюда тоже. И вот смотрите, весь этот атласик 70 на 80 я зашила вот таким образом, полностью все полотно. Видите, и самые миленькие там лоскуточки, и покрупнее уже дальше. В общем, и дальше уже абы как там что-то и кружево, и ленту атласную пустила туда, прям поверх нашивала. И вот таким образом заполнила все полотно. Вот такое пестрое, яркое у меня получилось. А дальше я решила, вы знаете, это полотно как будто простегать, понимаете, как это сказать, здесь нет синтепона, конечно, это вот тонкое полотно, но мне нужно его, все-таки ткани, видите, да, какие здесь совершенно разные, всякие, я решила, что это будет и красиво, и скрепит все это, укрепит, и никуда эти лоскуточки уже никогда не денутся, и все это крепенько и очень красиво. И, в общем, сидела, смотрела кино и строчила вот таким образом. Видите, просто обычной вот лапкой, обычной прямой строчкой. Можно и круги вот таким образом стегать, выстрачивать, да? Ну и фактуру такую придает, и красивый вид такой. И все это скрепляет, укрепляет, закрепляет. В общем, девчонки, можно вот такую вот добавить еще фишку. Как бы стежку. Потом я уже даже, знаете, поменяла лапку, ну, кое-где оставляла места, вот не застроченные, да, поменяла лапку и свою любимую вот эту для свободно-ходовой стежки. И сделала, видите, там вот где-то у меня свободно-ходовая уже пошла. Ой, такая фактура получилась, прелесть. И красиво так смотрится, мне прям очень нравится все-таки. Видите, в сочетании вот с такой стежкой.
Ну все, теперь точно эти ткани уже никуда не денутся. Все это капитально собрано. Вот такое вот яркое, плотное, прочное, красивое полотно у меня получилось совершенно из бросовых там обрезков ткани. Вот. И теперь это полотно мы сложим вдоль и выкроим наш фартучек. Ой, столько идей, что сразу у меня от этого фартука. Мне так понравилось, я фартуки не шила. Вот, и тут решила попробовать. В молодости когда-то, может быть, шила. А так, вот смотрите, вырезала. И сейчас, чтобы вы понимали, я покажу вам размеры. Вот, вот этот вот передничек, да, сразу скажу. Вот видите, 13,5, это 27. Этого много. Можно было не 27, там, а даже, не знаю, 15-18 сантиметров максимум оставить, и было бы хорошо. Но это каждое, это индивидуально на каждого, да, я по себе имею в виду. Так, высота, вот если прямоугольник, то, видите, 24-25 сантиметров где-то. Ну, чтобы вы понимали размер проймы вот этой. И сюда 14, да? Ну вот, 25 на 14 или 24 на 14 прямоугольника, и от него вот такую вот пройму. Вот. Ну, говорю, размеры, все это индивидуально, конечно. Вот таким образом уголки сделала, закруглила. В общем, вырезала вот такую заготовку. И теперь эту заготовку буду обшивать своим любимым способом. Закрывать вот эти все. У меня вот, видите, эти ленты не кончаются. В свое время нарезала я. Это от розочек. Розы мы с вами крутили, когда у меня они еще остались, вот как раз сюда пригодятся. Вот видите, 5 сантиметров шириной, мы вот таким образом складываем эту полосочку, вот, и пристрачиваем по подолу и по верху, проймы пока не трогаем. Можно для удобства приколоть сначала. Прям по всему подолу нужно пристрочить вот таким образом. Вы знаете, девочки, я по лицевой, да, но вообще делайте по изнанке, а потом повернете на лицо и на машинке пройдетесь. Я уже, знаете, это фишка моя, я вручную люблю подшивать, вот кто у меня давно знает. Поэтому я с лица пришила. Ну, тут, в общем, на ваше усмотрение. В общем, по периметру мы пришиваем вот эту планочку и поверху. Пройму пока не трогаем. Ой, ну красиво, смотрите, прям полотно, прелесть. Такое красивое, мне очень нравится. Вот, видите, пристрочила. Для таких вот планочек хорошо какие-то футболочные, может, ткани, которые тянутся, хорошо подходят. Тем более у нас закругленные тут есть участки. Вот. Ну, я всегда делаю из того, что есть под рукой. Нет беки и не надо. Мы сделаем из того, что есть, и все. Все, я прошлась, и потом гляньте, на что я наткнулась. Я давным-давно их купила, давным-давно, ведь они мне пришли из Алиэкспресс. Уже год, если не больше, они у меня лежат, я про них даже забыла. Вообще удобные вот эти прищепочки. Я оставлю ссылку на них. И, кстати, на лапку эту еще раз оставлю ссылку. Я прям обожаю лапку для свободной ходовой стежки. Она стоит там копейки, но мною проверена. Я себе еще две заказала, уже пришли. Потому что, ну а вообще крепкая, я прям очень люблю вот эту лапочку для свободной ходовой. И ссылки оставлю в описании. Вот на эти вот прищепочки тоже. Вот, видите, повернула на обратную сторону. И теперь я вручную просто пройдусь. Но я так делаю одеяло. А тут я забыла и уже вот машинально. Здесь же нет синтепона. И у меня нитка то и дело на лицо выходит. Ну ничего, раз уж сделала. Вот эту часть, это можно и на машинке пройтись. А я, вот видите, обычно делаю вручную. Это для меня прям медитация. Вот этот момент я оставляю чисто помедитировать. И шью вручную. И вот таким образом у нас получится
прекрасные ровненькие краешки, красивые. Вот. Прямо так по тайным шовчикам. Если нет прищепок, сколоть можно для удобства. Так, и получаем вот такой вот ровненький красивый край. Видите? Таким же образом поступаем, оформляем подол фартука. И получается у нас все ровненько и красивенько. Еще раз повторюсь, можно на машинке все это сделать. Вот. Ну и теперь подол таким же образом. Подол и верх у нас готовы. Дальше я взяла 1,5-метровую вот такую вот полосочку, тоже 5 сантиметров. Но я взяла уже, знаете, ткань уже не атлас этот, потому что она и на завязке пойдет. Она все-таки попрочнее, как бы, да? Вот. И атлас он все-таки скользкий, и я решила пройму вот таким образом. 1,5 метра где-то у меня вот эта вот полосочка. Ну, я там из разных собрала. И точно таким же образом с изнанки только пристрачиваем полосочку. Где-то пополам я ее сложила и вот так вот на пройму. И вот таким образом с обеих сторон пристрачиваем к пройме вот эти полосочки наши, да? Вот, оставляем завязки наверх и на пояс. И теперь вот смотрите, таким же образом мы будем оформлять пройму, да? Но вот. Но шить я начинать буду вот с этих завязок. Понимаете? Они очень здорово складываются. И получается аккуратный и край, и завязки. Сразу в завязки переходят. Вот таким образом. Можно сразу или загладить, или скалить. И помогите себе. Ну, там, смотря какие ткани у вас, да? Вот таким образом. И прям точно таким же образом все это ложится. И оформляется край. Видите как? Таким образом и пройма краешек аккуратненький получается. И завязочки аккуратно все это переходит. Вот так вот. И вот такая вот прелесть у нас получится. Можно, кстати, тоже эти прищепочки сюда использовать. Надо же, я про них забыла. Ссылки на прищепки оставлю на AliExpress. Купите, и будет удобно. Вот. Все. Таким образом оформляем обе проймы. И получаем вот такую красоту. Вот видите, верх у меня какой широкий получился. То есть можно было оставить. Но это все индивидуально, девочки. Себе померьте, как вам удобно. Ну вот представляете, совершенно из бросовых, никчемных, ненужных там тряпочек можно собрать вот такой вот, ну не обязательно там вот такой яркий, например, да, это я вам просто саму идею. А фарточки эти, а почему нет, в каждом доме всегда нужно, или подруге подарить на подарочек. Можно карманы сделать, я сюда уже не стала пестрить еще, ну это первый пробный как бы, но сама идея, прелесть, просто мне так нравится. И да, девочки, вы говорите, надень, почему на себе не показываешь брошки? Вот я приколола эти броши на себя сегодня, заодно думаю показать вам. Вот смотрите, проймочка, так все аккуратно, так здорово. Мне так понравился этот фарточек. Вот они, броши на мне, приколола сегодня. Ну, съемку, насколько уж возможно. Такие брошечки. Это прошлое или позапрошлое видео. Вот.
Девчонки, в общем, с утра встала, пока в компьютер, в интернете поработала, там сообщения, все это, почту, все это посмотрела, сколько я там времени это заняло. Потом с Симоной там пока играла, в общем, пока прошатались, да, села шить, пошила в обед, после обеда где-то мы поехали с Симоной к ветеринару по своим делам, приехали. В общем, и все, и я уже сшила, уже монтировала видео, то есть я не просто шила, я еще и снимала все это, записывала, естественно, время увеличивалось. Я к чему говорю? К тому, что шьется моментально, на одном дыхании, понимаете? Вот за полдня сошьете запросто. Ну, такая прелестная штуковина, вот так вот, и на подарок, и просто самим для себя пользоваться. И у меня сразу столько идей. Первый вот такой фарточек, ну, я буду шить, если я буду записывать, показывать вам, какие у меня еще идеи. Вот, и спинка там аккуратная, и завязки аккуратные, и сама эта штуковина прекрасная. Надо повыше, я что-то вниз ее. Вот такой фарточек, я надеюсь, быть может, вам пригодится такая идея. А почему нет? И на подарок, и для себя любимой. Можно сшить вот такую красоту, не затрачивая абсолютно ни копейки. Просто порыться в своих закромах. Ну и все. Вот такое у меня сегодня для вас видео. Ну а я желаю вам приятного рукоделия и бесконечного вдохновения. Всего вам доброго, мои дорогие. Пока-пока.